Много, конечно же, кривотолков. Когда работают избирательные участки? В какой день? В один ли день или во все можно прийти? Со скольки? Есть ли у них обед? Не знаю, может быть, отпуск выходной, переучет бюллетеней? На все эти вопросы мы попробуем узнать мнение у ярославцев. Знают ли они, как попасть к себе на избирательный участок? Часов со скольки? В сети, что ли? Март 15-го. 17-го, 18-го марта. 15 по 17, так. Это точно. Вот. А со скольки? С 8 утра, по-моему, с 8 утра. До 8, да. Ну, лично я пойду ровно, сразу 15-го. А не боитесь, кстати, что на выбранном участке вдруг будет обед или завтрак? Какой обед или завтрак? Они работают без обеда, и они меняются. Друг друга заменяют и уходят не все сразу. Когда открыты это избирательные участки будут? Нет. Скоро. Скоро? Скоро? А когда можно на выборный участок сходить? С 15 по 18. В обед? Сходите. Вечерком? Когда? Электронно будем голосовать. Электронно. А до избирательные участки когда открыты? Так, утром, с утра самого. Может быть, круглосуточно. Как выяснилось, не все ярославцы знают, как и, главное, во сколько прийти на избирательный участок. Но нам, конечно же, поможет Елена Ивановна. Елена Ивановна, вы пока отвечайте на этот вопрос, а я на избирательный участок. Выборы президента Российской Федерации будут проходить в течение 3 дней – 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки открыты для избирателей с 8 утра до 20 часов. Уважаемые избиратели, мы ждем вас на всех избирательных участках в любое удобное для вас время и в любой день 15, 16 и 17 марта.